Книга пророка Исаии. «С клятвою, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука простерта на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город! Распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его».